Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Николай Чудотворец – это почитаемый святой в христианстве. Его день отмечают дважды в году – 19 декабря и 22 мая. Первый праздник называется Днем Николы Зимнего. С ним связано немало традиций и народных примет. Люди верят, что этот святой бережет их от многих бед. Николая Чудотворца принято считать покровителем путешественников, моряков, незаконно осужденных и детей. Именно с последними связана традиция дарить подарки в ночь на 19 декабря, если ребятня была послушной весь год. Но это один из самых сильных святых в христианском пантеоне. Люди молятся ему во многих своих проблемах, и считается, что он способен в них помочь. Есть немало историй о том, как сам святой при жизни и его образ творили чудеса. И спасали целые города от больших напастей. Поэтому в этот праздник принято почитать его с особой трепетностью. Это один из самых светлых праздников зимы, поэтому его нужно отметить соответствующим образом. Считается, что в этот день нельзя ругаться, говорить бранные слова, ссориться и вступать в конфликты. Напротив, праздник дарит возможность помириться с теми, с кем поссорились раньше, попросить прощения и пригласить к себе в гости. Нельзя забывать и о том, что это церковный праздник, поэтому обязательно нужно посетить храм. Дома необходимо устроить семейный праздник с угощениями, но тем, кто постится, нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца. Также нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, убираться, стирать, шить, работать молотком и топором. Запрещено и гадать, хотя многие девушки используют праздник как повод узнать свое будущее. Иний в этот день предвещает богатый урожай в следующем году. Люди считают, что погода 19 декабря повторится и 22 мая. Если в этот день заметет все дороги снегом, то зима будет морозной и лютой. А вот сам снег также говорит о хорошем урожае. Считается, сколько на Николая Зимнего будет снегу, столько Никола весенний принесет травы. А веришь ли ты в такие приметы? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.